Новое назначение. Сегодня президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук подписал указы, согласно которым вместо Александра Пухаева на должность руководителя официального представительства Приднестровья в Южной Осетии назначен Егор Кочиев. Напомним, Егор Эрихович Кочиев – известный юго-осетинский общественный деятель. В течение долгого времени он был заместителем председателя Союза российских граждан Южной Осетии. Президент сегодня назначил главу госадминистрации Рыбницкого района и города Рыбницы. В этой должности утверждена Алла Федоровна Демьянова. Она родилась 8 ноября 1968 года в селе Чинишеуцы Резинского района Молдавской ССР. В 1987 году она окончила Кишиневский финансово-экономический техникум, после чего работала в Рыбницком городском исполкоме в налоговой инспекции города. С октября 2012 года занимала должность первого заместителя главы государственной администрации города и района по экономическим вопросам, а до настоящего времени исполняла обязанности главы района. Сегодня же Аллу Демьянову представили правительству Приднестровской Молдавской Республики. И еще одно назначение. Распоряжением председателя правительства на должность начальника государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики назначен Власов Василий Иванович. Ему 40 лет, родился в Рыбнице, имеет два высших технических образования. Избирался депутатом Рыбницкого горрайсовета народных депутатов.